здравствуйте. Скажите, как часто вы теряете из вида своих детей и переживаете о том, где они находятся? На сегодняшний день эта проблема актуальна для каждого родителя, так как каждый родитель хочет быть уверен в том, что его ребенок в безопасности, с ним все в порядке, он не потерялся. На сегодняшний день такие крупные компании, как Киевстар, МТС, Banish GPS, предлагают свое решение этой проблемы. Но мы видим решение этой проблемы немножко по-своему, и наше решение более эффективно. Мы имеем такие преимущества, как мы не привязываемся к определенному мобильному оператору. Мы можем позволить родителям круглосуточно контролировать их ребенка. Также мы используем Wi-Fi, GPS. И можем гарантировать то, что система, которую мы устанавливаем, она находится с ребенком постоянно. Как это работает? Уже создана на сегодняшний день специальная программа, которая устанавливается на телефон ребенка. Телефон находится с ребенком. Также у нас существует специальный веб-сервис, который позволяет родителям контролировать местоположение ребенка, видеть его местоположение, а также устанавливать безопасную зону для ребенка на определенной территории. Ну, предположим, вот у нас была безопасная зона, и ребенок прошел через эту зону. И родитель получает СМС-уведомление. Но также существует еще одна проблема. Маленькие дети, они часто теряют свои вещи, забывают их. И ребенок спокойно может потерять телефон. Такие производители, как Киевстар, МТС, их программа не учитывает этот момент. Мы предлагаем использование метки, которая будет закреплена на одежде либо каком-то аксессуаре ребенка. И если ребенок теряет телефон, то родители получают СМС-оповещение. Также наши предварительные подсчеты показывают, что наша идея конкурентоспособна. Также наша система более надежна, чем уже существующие. И наша система может быть применена также к другим объектам. Родители получают с нашей системой спокойность и уверенность. Состав команды над проектом этим работали Андрей.